Курсантами военного института имени Гейдара Алиева проводятся практические занятия в полевых условиях. Как сообщает Минобороны Азербайджана, в соответствии с учебным планом и программой военного института, курсанты выполняют различные нормативы по строевой, физической и огневой подготовке. На занятиях личному составу разъясняются правила техники безопасности. Курсанты совершенствуют навыки обнаружения и поражение огнем целей условного противника на полигоне, приведение оружия в боеготовность и его применение. По завершении практических занятий действия курсантов будут оценены в соответствии с достигнутыми результатами.